Я пришел к тебе без нагана. Я пришел к тебе без ножа. Вру. Потому что без ножа мы не ходим никуда. Заценю очередной наш шедевр. Очень долго и больно делающийся, но, как говорится, почему бы не подождать, когда есть чего ждать? Это лютая такая смесь ромбоида, окопного ножа Первой мировой войны. Ну и чтобы уравновесить довольно длинный клинок, мы зафигачили вот такое злое навершие. Все это гармонично сочетается и вполне себе удобно в руке. Кстати, такой ножака засветился в фильме с Сильвестром Сталлоне. Старый добрый боевик, по-моему, называется «Скалолаз». Там один из главных отрицательных героев. Народ кошмарил. Только навершия у него вот такого вот злого не было. И еще кое-что. В комплект к такому ножу я назвал его безобидно скаут. Идут ножны для ношения на груди, потому что это просто удобно. И если что, то есть солнечное сплетение и сердце у нас перекрыто. Блин, офигенные игрушки получились. Ну, по железу. Честное, H12MF с двойным рядом шоковых зубьев. Рукоять. Сами все видите. Ну, и отдельно доставляет навершие. Очень мощно, круто и зло. Ну, а я желаю вам правильных нарядных ножей и хорошей погоды. Смотрите, какая благодать. Я пришел к тебе без нагана. Я пришел к тебе без ножа. Так вроде пелось в старой бандитской песне. Но мы с вами не бандиты. И поэтому наши верные спутники. Всем пока.